Отправляясь в путешествие по Монтане, Ник и Эмили рассчитывали насладиться чудесной погодой и видами, которые поражали своим великолепием. Они поехали на собственной машине, предвкушая приключения, которые вот-вот случатся. Внезапно Ник заметил, что у них заканчивается бензин, поэтому молодые люди решили заехать на бензозаправочную станцию, и в этот момент к ним выскочила собака. Грустные глаза бездомного животного поразили пару в самое сердце, а собака смотрела на них, умоляя ей помочь. Ее шерстка была загрязнена и покрыта щепками и колючками от растений, а взгляд, казалось, проникал в самое сердце. Женщина, которая находилась неподалеку, попросила молодых людей взять собаку. Она объяснила, что у бедняжки нет хозяев и забрать ее некому. Эмили и Ник поначалу решили, что просто возьмут собаку с собой, чтобы по окончании путешествия связаться с приютом и передать четвероногую спутницу туда. Новую знакомую назвали Монтаной в честь того места, где она была найдена. Но планы поменялись, когда путешествие завершилось. За это время Эмили и Ник так привязались к собаке, что не захотели с ней расставаться. Она отправилась не в приют, а прямо к ним домой, где живет счастливо со своими хозяевами. Их жизнь изменилась, и молодые люди признаются, что радуются каждому дню с Монтаной. А когда собачка наступила на что-то острое, они разволновались, поскольку у нее развилась инфекция. Больную лапку удалось вылечить быстро, но питомице страшно не нравился конус, который на нее надели, чтобы Монтана не облизывала рану. К счастью, все закончилось хорошо, и питомица совершенно здорова. Благодаря счастливому случаю, ее жизнь изменилась, а больше ей не приходится голодать и бродить по улицам. Пожелаем славной собачке счастья, и пусть она радует своих хозяев как можно дольше.